Всем привет! Вы на канале Вита! Сегодня будем открывать вот такие вот три сюрприза. Один сюрприз от Mushrooms, один сюрприз Смурфики и два сюрпризика Angry Birds. Такие замечательные. Давай открывать, какой первый откроем? Смурфиков, да? Ну давай посмотрим, что у нас там. Смурфики такие голубенькие. Давай откроем. Давай помогу. Их надо сначала. Вот здесь. Оторвать. Ой. Не получилось ровно оторвать. Держи. Открывай. Такая... Думаешь, там динозавр? Да. Нет, смурфики это не динозавры. Не получается открыть? Оп. И что у нас там? Доставай. Помогу давай. Или сама. Вот так. Так, и что? Смурфик! Вот такой вот в красной шапке. С носом. Вот такой вот. Можно... А, вот еще такие. Что ж он еще может делать? О, глаз выпячивает. Ой, там еще какая-то жидкость у него внутри. Да. Такой, она... Оп! В основном шапку получается только так. О, щека. Пук, щека. Держи. Давай открывать еще один сюрприз. Давай. Так, Angry Birds. Держи. Смурфик помогает Вите открыть. Он будет смотреть, да, просто? Наблюдать, как Вита открывает. Оп. И что у нас там? Птичка красная, Angry Birds. Самая популярная с Angry Birds. Тоже так. Ой, она, кстати, так вот получше. Мнется, скажем так, чем смурфик. Смурфик, он такой потверже. О, вон, прозрачная становится аж. А, нет, здесь не прозрачная. Там цвет другой. Вот, аж прозрачная. Фонари елки видно. Держи. Да, как елка мигает, видно. И у нас остался еще один сюрприз Angry Birds. Открываем. Ой, не хочет она с первого раза открываться. Ничего. Сложно дается нам этот сюрприз. Да. Ну ничего, мы его осилили. Держи. Angry Birds и Смурфик смотрят, а Вита открывает. И что у нас там? Какая у нас Angry Birds? Ух ты! Давай всем покажем. Такая необычная. На ощупь такие. Ой, такие липкие. Не, не липнет. А ну. Может, к ножницам? Не. Немножечко липнет, но оно не удерживает. Ой, не удерживает. Боже, там столько жидкости. Он такой прозрачный. Даже видно.
Что там вода. Такой смешной. Оп. Оп, какой глаз огромный. Опа. Классная птичка. Так, ее надо бросать. Оп. Очень, вот, мне даже больше понравились Angry Birds, чем смурфики. Они такие классные, такие мягкие, так мнутся классно. Но самое классное, это вот эта птичка, самая крутая. Ой, крутая-крутая. Да. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Мисс Вита. Всем пока-пока!